Позвольте вам прорекламировать мой второй канал, на котором задвигаются различные телеги на самые разные темы, смешные и не очень. Смотреть не надо, можно слушать и играть в танки. Ссылка под видео. Привет еще, амиго, снова я. Это пес 2016, в смысле Pro Evolution Soccer 2016. Что это за рожа справа? Сверху уж никер ли косилис какой-то пробухавшийся походу. А, значит, чем выделяется для меня лично, чем вот выделяются игры про футбол с каждым годом все сильнее, это к тому, что с каждым годом, с каждой версией у них все более убогое, дебильное, вообще, сука, нихера непонятное, хер знает, что за меню. У меня, сука, игра эта ссаная запустилась в гребаном окне, я не знаю, как полный экран сделать. Захожу в системные параметры, обоссаться. Тут какой-то индикатор силы какой-то, время, счет, тактика, где разрешение, где чего поставить, нихера. Параметры звука, может, в звуке разрешение, я не вижу. Параметры скорости игры, это обоссаться, это что еще за параметры скорости игры? Давайте нахрен минус 2 поставлю, буду как слоупок на все удары, чтобы вратарь у меня реагировать мог этот, кто там у нас сборный. Параметры языка, ну, бля, вообще, я просто охреневаю. А, помню, в прошлой FIFA или где там, я вообще не знал, как матч даже запустить. Надо было выйти какой-то в календарь, там, в календаре, блядь, нащелкать праздничный день, сука. Вот, и только тогда, короче, понятно, нахрен. Я не знаю, как запишется эта замечательная игра, которая, сука, в окне в этом обоссанном. Надеюсь, что, короче, запишется. Но если что, я предупредил, что все косяки это чисто охотно сваливаю на руки разработчика. Так, значит, товарищеский Мачамба. Так, Лига Чемпионов УЕФА. Еще какие-то 4 хуйни. Что за Копа Либертадорес? Что такое Либертадорес, блин? Это эти... Демократы, либералы и либертадорасты, бля. Либертадорасты, Лига Европы, УЕФА. А, ну Кубок УЕФА, это понятно. Копа Судамерикана. Это, видимо, не знаю, какой чемпионат Африки. АФС Чемпионс. АФС, хер знает. Конечно, Лига Чемпионов, раз вопрос стоит ребром. А, раз Лига Чемпионов, судя по всему, российских команд мы сегодня не увидим. Дома или в гостях? Дома или в гостях? Ну, давайте дома. Так, английская лига. Какая в жопу английская лига? Это ж я Лигу Чемпионов выбрал или хер собачий? Какая? Почему тут? Итальянский дивизион 2. Кто-то из Италии... Что-то я не понял. Вот что это такое? Кто-то из итальянского дивизиона 2 попал в Лигу Чемпионов, что ли? А где Россия? Вот здесь, наверное, другие команды. А, Европа. Блин, значит, России нету. Россия же не в Европе. Ну, может, когда украинская Динамо найду, я не знаю. Гент. Это что за херня вообще? Кагент. Это из Америки должно быть. С индейцем на логотипе. Откуда индейцы в Европе? Спарта. Дерзкое название. Бавария. Мюнхен. Боруссия. Боруссия. Пошла нахуй Боруссия. Вольфсбург. Олимпиакос. Зенит. Санкт-Петербург. Ха! Мазафака, смотрите. И Динамо Киев. Все-таки Зенит в Европе. Базель какой-то. Базель встал между нами, между вот Россией и Украиной, встал какой-то Базель, подражающий, видимо, Барселоне, судя по значку. Кстати, Базель, видимо, играет волейбольным мячом, судя по их эмблеме. Ну, давайте единственного, наверное, патриотичного. Жалко, конечно, Березуцкий не в Зените. А играть мы будем... Ну, надо дать шанс тупорылому компьютеру, да, и сейчас нащелкать Барселону, короче, вот. 93, 81, что там было? Вот по цифрам, которые там загорелись... О, а что это, Анюков в Барселону ушел? Вот этот хрен в лаптях, который в желтом так на Анюкова смахивает, прическу чуть-чуть поменять. А это что в Зените за этот, блядь? За матч вот такой, охренеть, нихера такой, слышите, смотрите, просто, я не знаю, Дон какой-то, он даже стоит, посмотрите, он даже стоит в позе такой, знаете, что он уже мысленно вертел вот это вот в желтый. Это, наверное, блять, да я даже не знаю, кто это, ну явно не Киржаков, короче, а значит все нормально. О, стадион можно выбрать. Дайте вот этот в Питере за миллиард, короче, недостроенный, мы по арматуре побегаем. Пора уже на нем сыграть-то, блять, за 10 лет хоть разом. А, так, что это такие, что за говенные стадионы-то какие-то? Ну это, наверное, эти нужники, нет? А, Арена Мюнхен.
Ювентус стадион, Канами стадион. Откуда у Канами свой стадион? Че, блядь? Че за фантазируете? Давайте дальше, может, Капкомовский стадион найдем, там, может, зомби ходят. Метрополь-арена. Эстадио де Эскорпиа... Эскорпиа... Че за буква вот эта А подчеркнутая? Эстадо дель... Ну, че за хуй... Бург, кстати, вот это мне понравилось, короче, поляна, смотрите, огромная просто, здоровая. Там, наверное, в бейсбол на выходных играет, а сегодня... А что я могу? А, погода. Ясно, дождливо, случайно, ясно, да, ливень нету, дождливо. О, высота травы, вот мне не насать вообще. Можно это, рожь не кошеная, короче, чтоб до ушей, сука, было. Где тут поле кукурузное выбрать? Там зениту самое место. Высота травы обычная, высокая. Высокая по колено, чтобы минимум. И кусты такие, блядь, с репейником нахрен. Тип мяча, зашибись, какие выборы, смотрите. Это какой-то... О, Adidas или Adidas? Ну, я не ебу просто вообще. Ну, белый, конечно, ёптать. Общие параметры. Сложность игры, обычный игрок, длительность матча 10, что за 10, давайте сразу, я же не буду тут 20 раз, вот, время 25 минут, я же не буду потом опять тут эти выбирать там еще какие-то команды. Все, играем, все серьезно. План игры. План победить, короче, разыграть. Что разыграть? Форма. Спортивная, хотелось бы. А, вот Зенита белая и голубая. Ну, Барселона-то мне в желтый вообще нахер не... Это что за бабкина хуйня? Когда Барселона в такой бегала? У них же вертикальные полосы, красные, синие. А это какая-то, блядь, дедушкин матрас какой-то, блядь. Че это за блядь? В Испании, походу, вообще вкус потеряли. Это что, новая форма? Это 16-го года, кстати, игрулька. То есть это новая форма Барселоны. Пиздец какой-то, что за уродство? Наверное, фабрика большевичка какая-нибудь шила там, я не знаю. Такой просто. Это не Барселона, а колхозник какой-то стоит, сука. Ну, подтвердить. Как, короче, подтвердить-то? Режим тренера. Нахуй мне режим тренера. Все, сейчас начнется. Ух, футболец мощный. Раз в год смотрю финал Лиги Чемпионов. Смотрю, охуеваю. Ох, играют, молодцы. Ой. Итак, мы на стадионе. Хрен знает что, хрен знает где. Сегодня дождливая погода, поле мокнет быстрее, чем девочки при виде Криштиану Роналду. И вот мы видим две сегодняшние команды. Узнаваемые рыла Барселоны и какие-то клоны из Зенита. Под 35-м номером идет Дани, капитан команды. Почему-то капитан команды только 35-й номер, который, не знаю, ни первый, ни седьмой, никакой. 35-й капитан команды. Довольно странно. Вот мы видим довольное лицо миллионера Лионеля Месси. ПП Хулио. Это какой-то вообще, не знаю, чувак из кинокомедии. Майк Тайсон, посветлевший на воротах. Уже теперь не Вальдес, а какой-то хмырь. Нищеброд из Кении, нищеброд из Китая, нищеброд из откуда непонятно, и идут уже средние руки миллионеры из команды Зенит. И где-то здесь, где-то это не Киржаков, это что, похудевший маленький Аршавин, или они себе еще одного гнома купили? Ну вот этого... А это что за египтянин? Что это в конце такое стоит, лысое и черное? Это кто? Это что? А этот в позе срущего с волосами, это что за игрок такой? Что-то давно я, видать, Зенит не видел. В воротах Малафеев. Вот это удивительно, блядь. Нету Ломберс, Кришета, Яви, блядь. Типичные коренные петербуржцы играют за Зенит, сразу видно. Тут тоже, короче, в воротах Браво. Вся группа целиком. В атаке Месси, Суарес и Неймар. Сломайте кто-нибудь им ноги, иначе Зенит сегодня, походу, раскатают. Похоронят под травой. У ближайшего флажка. Вот кто это приседает такой? Это что за бич? Подождите, как состав-то посмотреть? Управление. Атака, финты, защита. Выбор стороны, план игры. Вернуться к выбору команд. Если вы передумали играть за Зенит, еще можно, еще. Скажите, план игры. Хотите посмотреть? Нет. Так, Ладыгин, Бабурин. Что за Бабурин? 59, нихуя какой талант. А, это, наверное, это второй вратарь. Гарай.
Родиченюков, Тимощук, Могилевец, Соловьев, Файзулин, Хулк. Прн, блядь. А что это прн Хулк? Прн Халк? Почему невероятный Халк у нас до сих пор не играет? Почему у нас играет какой-то Рязай? Чё за Рязай? Чё, какой нахуй Рязай? Аршавин и Киржаков. Тоже. Тоже. А это чё? Центральный нападающий Рандон? Это вот этот лысенький, наверное, Рандон? Довольно странно. Почему-то не Киржаков, у него тоже 74. Аршавин 73, сдулся. Халк 86. Ну, Халк — это надежда нашей команды, блядь. Он на одном уровне с Неймаром, Суарезом. Ну, Месси, конечно, тут вообще, блядь, 91. Да, ладно. Будем играть. Надеюсь, что этот Рандон... Рандон-дон, Рандон-дон-дон-дон-дон. Что-нибудь, блядь, назабивает, сука, в лаптях. Значит, так, погода, я уже сказал, говно. Опа, какая техника, а что это за стрелка появляется в этой игре? Приставные шаги, оп, как на физкультуре, попробуй отними, как что-то там. Вицель показывает, что у него колени болят. Вот это Вицель, я его это, по прическе узнаю. Че, где финты-то здесь? Блядь, да какие финты, это же Вицель, ты дурак, что ли, давай следующему. Оп, оп, приставные, потеря мяча, о господи. Чё за поле такое, накошено ромбиками какими-то? Ломайте ему ноги, к чертовой матери! Как ты смеешь свистеть, нищеброд? Не тыкай пальцами, ёптать! Этот человек за один матч зарабатывает больше, чем ты за свою жизнь. Кто там корчится? Кто там симулирует травму? Ой, Носатого свергли с престола футбола. Такого подката даже в Mortal Kombat Sub-Zero не исполнял. Вставай, сучка, никакой травмы нету, это значит, что Месси симулировал. Рахитич, какой-то Рахитич попытался пробить своей бестолковой головой, но, к сожалению, ворота оказались уже на 300 метров, чем он рассчитывал. Ну и отлично, попробуй прическу сменить на какой-нибудь там, я не знаю, хохолочек, может попадешь. Что-то игра так подвисает, что это такое, блядь? Что это камера такая? Это она мне что, рекламу с той стороны, что ли, показывает? О, как познавательно. Вот она как выглядит. Значит, что можно сказать по графике, короче? Ну, графика, конечно, вообще реалистичная, короче. Похоже на футбольную трансляцию по телевизору. Годах, блядь, в 60-х, наверное, в начале, сука. Такое ощущение, что сейчас Пеле увидишь, наверное. Только тогда еще черно-белое было. Зенит играет в своем любимом стиле. Пас и дальше 5 метров не проходят. Пас, Вицель, пас. Вот тому дурачку, блядь. Сука, под пятым номером. Что ж ты в офсайд-то убежал? Вообще интересно, конечно. Интересно, на играх, на футбольных зарабатывают игроделы. Они просто с каждым годом меняют состав. Это кто такой тупой? Это кто такой, сука, тупой? Сейчас там был, блядь. Я что-то не понял. Бегать-то здесь как? Какой, блядь, опасный удар! Сука, нет! Только не ты! Нет! Ты ж только что 5 минут назад, блядь, лежал, кричал, что тебе ноги оторвало. Вот проклятый симулянт. Ну ладно, от Месси голы не считаются. Я считаю, что надо в футболе принять такое правило, что если ты Месси, твои голы не засчитывают. Отличный, блядь, кто вот этот чернявенький игрок? Смотрите, что он исполняет. Одному подсрачник, потом пас, блядь, врагу. Что-то прыгнул головой по мячу, не попал. И создал врагу голевую передачу. Этот игрок, наверное, достался Зениту нереально дорого. Зенит-то, блядь, знает, где таких купить, ёптыть. У него, наверное, сука, здоровье хуже, чем, блядь, у призывника в военкомате, ёпты. Но Зенит наверняка отломил за него миллионов 20 долларов в кризисный год. Отличный пас, блядь, невероятно, пас был точен. А, вот он, спринт. Господи, какое голимое управление здесь. Все, Зенит нашел кнопку спринта, значит, сейчас игра начнется всерьез. Вот идет в атаку. Кто? Гарсия какой? Откуда, блядь, Гарсия у нас взялся? Мы что там, в процессе матча футболистами меняемся, что ли?
О, Витцель не зря, сука, жрет свой хлеб за 30 миллионов. Мячик отобрал. Молодец, блядь. Банан нахуй после матча получишь, ёптать, может быть, зелененький. Может, даже два, если гол забьешь, блядь. Опа, какой пас исполняет Витцель. Пас на ход, хрен на рыло. Давай, давай, блядь, ты в розовых бутсах. Ты чё, ты кто? Ты вообще в футбол играл до этого, блядь? Ты Шатов, нахуй. Это чё, блядь, было сейчас такое? Наверное, пришел, наверное, блин, не знаю, в супермаркете, наверное, консультантом был, решил бабосиков заработать, в «Зенит» футбол играть пришел. Там вечно не хватает, блядь, этих с гражданством футболистов. Охота набрать бразильдосов, бля, подороже. Да тут какие-то правила дебильные придумали. Пять легионеров, ёптай. Вы посмотрите, что исполнял сейчас Неймар. Ой, танец, танец саблю. Какой пас, Неймар, какой пас. Да, нашего вратаря ждет небольшой пропиздон в раздевалке. Гол забивает Эл Суарес. И всю эту кучу пытается выебать Лионель Месси. Показываем, кто в команде главный, кто у них альфа-самец. Вот такой групповухи даже в порнухе не снимали. Ай-яй-яй. Какое они спортивное поведение. Ну долго мы будем наслаждаться этим говнищем. Дайте я уже какой-нибудь красивый гол забью. Это, блядь, голы-то, блядь, я не знаю. Этот мяч залетает в ворота только благодаря тому, что у меня на воротах какой-то инвалид. Типичный игрок из World of Tanks, блядь. Прыгнул нахуй на 5 минут позже, чем мяч в ворота попал. Вот именно такие игроки бросаются сбивать захват базы. Типичный олень. Да в жопу мне ваш повтор, засуньтесь его. Надо Халка выпускать, Рандон ни о чем. Смотрите, вообще, ты, сука, больше него в два раза был. Че ты его не свалил хотя бы на землю? Вы играть не умеете, хоть ноги им поломайте. Ёптыть, какая досадная потеря мяча. Какой перехват, какой перехват. Комп затупил удар, блять. Киржаков, ты ли это? Почему Киржаков вышел в чужой футболке? Блять, Саня, подводишь. Сиди на скамейке, семки жуй. Смотрим, как это было. Величайший, вот это опасный удар. Какой перехват. Посмотрите на его сосредоточенное лицо. Прическа, блять, та в 23 погоды. Ни одна волосинка не трясется. И удар, ой. Нет, это, конечно, был не Киржаков, это был кто? Сука, не показали его фамилию, не заменить теперь. Ох. Надо привнести немножко интриги на трибуну за воротами противника и выпустить на поле Киржакова. По прозвищу Саша Мима. Какой перехват, какой перехват? Да никакой перехват, ёптать, херовый перехват. Давай подкат, ломаем и ноги. Опа, все в рамках правил, все в рамках правил. Все по правилам боев без правил. Опять Лионель Месси корчится. Нет, это не Месси. Что это у меня пока... Ой, ладно, слышишь, тебе как будто с вертушки втащили. Ну, давайте посмотрим, почему он держится за лицо. Потому что он Рахитыч. Получил в пятку, схватился за коленку, потом за глаз, блядь. Ты все еще раз, сука, за жопу хватайся. Может, глядишь на красную, наплачешь. Если судья по понятиям. Опять пас между ног у зенитовца. Попытка перехвата. Витцель, блядь, свои 30 лямов уже отработал и решил больше нихуя полезного не делать. А Соломон-то Рандон, блядь. Сука, чугунная голова. Ну хоть пытается играть. Энтузиаст, энтузиаст. Наверное, он больше всех в своем племени хлопка собирал, сука, на плантации. И это опасный удар. Удар в разрез от Лионеля Говномесси. Тут какой-то хуй знает, что это, блядь. Это даже пасом, сука, не назовешь. Кришета, ёптать. Да ты решето, блядь, а не Кришета. Ох, жаль, не в хоккей играем. Посмотрел бы, как вам, пацаны, ебало набьют. Какой пас, блядь, какой пас, какой это пас? Ты еще, тебя пасы надо, блядь, какой ты футболист, если ты пас отдать не умеешь? Сколько стоит футболист, который не умеет отдавать пас? Сколько стоит футболист, который не умеет, блядь, мячик в ворота, блядь, попасть, ёптать? О! Да-да-да-да-да, о-о-о, пеу, да.
Я напоминаю, что были эпизоды, когда Киржаков промахивался ногой по мячу, то есть какой перехват мяча. То есть хоккеисты клюшкой по маленькой шайбе попадают, Саша по мячу по большому попасть не смог. Просто Саша учится играть баскетбольным, в этом все дело. Навес! На даче у футболиста хороший. А на поле навес просто говнище. Надеюсь, что на даче у него тоже он ему рухнет, сука, прямо на голову. Джуди Альба. Сука, он, наверное, в Игиле где-то состоит. Проверьте его, обшмонайте перед матчем. Какой дерьмовый перехват. Вицель уже где-то бутсы на желтый переодел. Барселона как с детьми играет. Она даже, блядь, перепасует друг друга. Пошел нахер. А, как его? Они попытались отомстить, но хрен там плавал. Сука, Шатов уже съебся. Еще одна попытка мести. Какие дерьмовые подкаты исполняет Барселона. Но зато мячик между ног покатать они гораздо. Свои-то два не накатались, а? Так, мочите шоколадного в розовых бутсах. Нет, 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 нет. Кто-нибудь, какая беспорядок в обороне у Зенита. Соломон Рондон разводит руки, не видя, где на поле мяч. Какой проход, блядь, анальный, сука, у тебя в жопе будет, тварь, в раздевалке, бля, когда тебя натянут, сука, ты. Неужели, блядь, ты рывок, сука, не сделать не мог, тварь такая, бля. Да, видимо, сука, Зенит посчитал, что в кризис им платят слишком мало. Рондон, блядь, ты, у тебя, сука, ноги длинные, вытяни ты хлыст свой, блядь, пробей куда-нибудь. Пиздец, 25 минут играем, ни одного опасного момента, ни одного удара по воротам, ни хера, мяч в ауте, блядь, косолапый ты хрен в розовых бутсах. Надеюсь, в перерыве команда «Зенит», сука, тренер команды «Зенит» найдет, как делать замены в этой ебучей игре. А то буду как этот, как адвокат, блядь, без замен играть нахуй весь чемпионат. Тренер от бога, блядь. Отличный навес, сука, прямо во вратаря попал. Как, сделай вид, что как будто туда и целился. Опа, опа, наш мячик, пацаны, дайте гол престижа забить. Дайте забить Рондону. Блять, мы за него деньги заплатили, наверняка 5 миллионов 200, блять, или могли бы дом для престарелых построить вместо того, чтобы негра покупать. А я хочу заметить, что со времен, блядь, этого Дикого Запада цены на негров сильно выросли. Если бы изобрести машину времени и начать вкладывать деньги в нигеров лет 50 назад, ой, блядь, российский футбол был бы сейчас уже не тот. Вот этот вот, блядь, Дани, какого хуя он сейчас мяч мимо пропустил, а? Дани, ёптать. Рахитич, блядь, какой-то там, или Ракитич. Да вы заебанцы, вы, блядь, мяч дадите мне, опущенцы, блядь, сука, вы в гостях играете на нашем квадратном поле, блядь, дайте мне нахер. Мячик полапать, да ёпты, судья, что происходит, мы что деньги платили, блядь, за билеты, хотим посмотреть, как наши дебилы с мячиком бегают, блядь. А Барселона не дает удар, блядь, что ты делаешь, идиоты, блядь. Это гол! Это был почти... Это был опасный момент. Я требую повтора. Мне кажется, мяч пересек эту линию, блядь. Ах, ноги черного раба несется вперед. Кто там, блядь, несется вперед? Издалека не видно. У комментатора дерьмовая позиция, блядь, на 24-дюймовом мониторе. Не видно ни одной надписи на футболках у футболистов. 2016 год, пес. Отличный пас. Так, пас рикошетом. Ну-ка, еще какая-нибудь хуйня. Мячик, блядь, еще на 20 сантиметров стал ближе к воротам врага. Нет. Барселона отступает. Давай, пацаны, поднажмем. Пошел нахер. Ах, как он рыбкой прыгнул. Но, сука, встает. Не отбил себе копчик, блядь. Надо было закопать пару кирпичей на поле под газоном. Чтоб жизнь, сука, малины. Смотрите, сколько их на меня, на одного. Удар, блядь! Какой был классный удар, сука! Почему это был не гол? Ну, Дани, сука, молодец, блядь. Наверное, сука, 300 миллионов за него отдали. Не жалко. Еще один дерьмовый удар, блядь, своей тупой головой пробил наверняка какой-нибудь, блядь, россиянин, блядь. Наверное, Шатов, блядь. Что-то у меня бесит сегодня целый день.
Ой, блядь, сука, это ж надо как голову квадратную иметь, чтобы так, блядь, головой ударить, а? Месси, иди, иди тесто помеси, ёптать. В бутсах Месси поле месит. Ох, блядь, выбросил, так выбросил, отлично. В гандбол играть пойдешь, сука, криволапая, блядь. Давай Рандон, блядь. Че Рандон так прыгает, как ган... Блядь, я не знаю, в припрыжечку, блядь. Опа, Суарес, извините. Блядь, какой дерьмовый футбол, собственно говоря, просто говно. По сравнению с FIFA это вообще ни о чем. Ну что это за... Я даже не понимаю, каким хуем они друг у друга мячики-то отбирают, ёптать. Ну просто вообще, блядь, застревают в ногах друг у друга. Ничего не было, блядь, две карточки не дадут, пизди их всех нахуй. Одну желтую уже заработал, сейчас, блядь, еще нахуй, блядь, пиздани кому-нибудь, давай, блядь, третий пошел, трипл килл! Господи, ни одной карточки, вот это классный реалистичный судья, хули взять с этого тупого отморозка, блядь. Это штатный полицейский Зенита, бля, он выходит на поле врагов мудохать. Опасный момент, Смольников какой-то, вообще не знаю, кто это такой. Какой выход, 1-1, но у Дани, блядь, что-то в коробке передач барахлит, блядь, скорость не врубилась. О, он все-таки прорвался, блядь, какой талантливый футболист. Витсол, блядь, Витсол, ну ты вообще пиздец, нахрен, я ебу. Что-то этот Витсол, блядь, я не знаю, там по Африке соскучился. Что за удар такой, Витсол? Нахуй, мимо кассы. Я просто кнопки путаю, если честно. Но Витсол не выглядит. Он, наверное, Wild Soul. А, это еще и угловой с какого-то хуя. Ни хера себе, Витсол. Витсол за них играет, что ли? Так, сейчас надо этими точечками, блядь, куда-то прицелиться, походу, ёптать. Вообще не понять, что за херня. Ай, добей куда-нибудь в жопу. О, опасный удар, Витсол, Витсол попал своей прической по мячу, но, сука, видимо, волосы отпружинили мяч, и удара не получилось. Чё-то Барселон-то я заплющил, они что-то мои ворота уже... Мои ворота уже даже даже не показывают в этом матче, блядь, какой дерьмовый удар, ебать ты лох, ебать ты лох, ты три раза лох, Рандон, блядь, ты пиздец. Просто, сука, в лаптях, нахуй, блядь, шмара долбанная, как, блядь, еще один еблан, вот это гол, господи, блядь, Зенит может забивать, кто забил, кто этот красавец, Шатов, обоссаться, ты ли это, я глазам своим не верю, покажите его бутсы, Шатов был в розовых, а этот, нахрен нам Рандон, все, Рандона, блядь, на скамью, Шатов в атаке, блядь, я ебу, Рандон, охрененный, блядь. Капитала вложения. О, блядь, пас пяточкой, нахуй, хуй знает куда. Давайте еще раз посмотрим на этот гениальный гол, блядь. Как он это сделал, да. Видимо, за дело взялись русские программисты и открутили ноги Рандому. Рандону. Ага, Рандом. Ты, наверное, не Рандом, ты, наверное, Рандом, блядь. Гол, не гол, там, проценты, шансы. Да, блядь, Шатов кивает, говорит, да, ёптать, не зря свой хлебушек кушаю, да на Мерседесе езжу. Отлично, блядь, немножко отстаем, один гол осталось забить. Может, судью можно ёбнуть тоже по башке, а то он что-то мне не нравится. Второй гол мог бы и не засчитать. Одинаковые голы, вообще говно полное. Сразу видно баг вратаря, не может вратарь нормальный два одинаковых подряд пропустить. Так, сука, опять эти, блядь, свой гнойный, блин, унылый футбол. Барселона демонстрирует просто говенный матч. Явно не лучший. Звезды не могут поделить мячик. Тигры в клетке. Давай пас длинный. На кого бы вы думали? Конечно, там, блядь, 3 километра левее и был бы Рандон. Луис Суарес. А, черт, это который, по-моему, там кусает кого. Блядь, наш вратарь просто пиздец. Я не знаю. Пойдешь, блядь, в краш-тест Лады Калины, нахуй, вместо манекена сидеть. Еще раз, блядь, мяч пропустишь. Ебаклак, блядь. Три удара, три гола, ёптать, охеренный нахер. Воротчик, блядь. Мы из хоккея лучше, блядь, Бобровского, нахуй, футбол купим, блядь. Пусть прям в обмундировании, пусть в коньках прям по полю бегает, и то лучше будет, чем вот это. То, что чё там, блядь, у нас стоит там сейчас. Да ладно. Ты чё, блядь, наверное, случайно рукой, наверное, муху хотел, наверное, отогнать, блядь. Как отбил-то, ёптать. Как это невозможно? Такой удар, еще удар у Месси отбил. Все тебе, блядь, не знаю.
кто там, Матвиенко квартиру подарит теперь, блядь. Или кто там у них, губернатор. Вицель, блядь, молодец, сука, высокий, наверное. Ой, что это сейчас, вторую, отличный пас, блядь, полудурок, ебать. В Барселону хочет, наверное, этот игрок, блядь. В Зените ему, наверное, настопиздило. Думаю, дай, блядь, понравлюсь Барселоне, поддамся хорошенько. Судья продажная, козел ты. А я иду, шагаю по полю. Мне кажется, этот игрок, который сейчас показывали, ходил, окурки высматривал в траве. Забитые голы, владение мячом у Барселоны 58%, ёптыть, удары, фолы, угловые, штрафные. Так, начать второй тайм, статистика матча, план игры, сейчас нахрен поменяю этого Рандона на этого, там же Халк самый дорогой, какого хера он не на поле, мы чё, блядь, тренеру этому, блядь, сборной заплатили, нихуя, блядь, Халка купили тоже, нихуя, не играет, чё за говно-то, как... Ведь что за херня? Им еще и стрелочки, блядь, каждому до дебилу надо нарисовать, куда им бегать. Охереть можно. Можно поменять игроков. В Pro Evolution Soccer 2016 можно поменять игроков. Нихуя себе, да ладно, вот это функция. Вот это да, блядь. Обновили, так обновили, удерживая. Пошли в жопу. Горай, чё за горай? Ну, Халк, блядь, на поле, чё? И где он, блядь? А, вон. Бля, какое говенное управление, ебать. А в ворота можно было поставить? Резай. Чё за резай? А, Халк, подожди, Халк, ты чё? Иди вместо... Вместо резай, блядь, вот этого. Рязанцев, блядь, я ебу. Ты кто такой Рязанцев? Ты там, наверное, из шансона какой-то певец, блядь. Я не... Футболист Рязанцев, нихера себе, ни статистики, ничего. Ну и, конечно, блядь, главная интрига, сука, на поле выходит, ебать, копать Саша Промах. Все, ёптыть, ой, блядь, теперь сейчас Малафеев на воротах. По-моему, у Зенита Малафеев уже года два на воротах не стоял, нет? О, все, давай, подтвердить, погнали. Начать второй тайм. Сейчас посмотрим, как Киржакова нарисовали. Он же звезда, он же знаменит. Вот, вот Киржаков. Да, все, Киржаков по-прежнему номер 11. У него никто его не отжал почему-то. Это, наверное, у Саши номер соответствует забитым мячам. Че за хуйня? Даже повтор не показали. Видимо, Барселона там в раздевалке судье денег дала за это нарушение. Я не знаю. Опа! Какой галимый пас исполняет Киржаков. Он не только бьет, сука, херово, он еще и пасы дает на том же уровне. Вот что значит профессионал. Вы, блядь, сука, вы что, пидоры, что ли? Вы друг долго друг другу мячик кидать-то будете? Может, блядь, на пляж пойдете нахуй этой хуйней заниматься? Либо в футбол играть, уроды. На весь и компас, блядь. Но Киржаков, как обычно, нихуя не понял этого маневра. Удар, блядь! Киржак! Да ладно! Даже комментаторы охерели. Они тоже, блядь, хоть и, сука, по-русски не понимают, но Киржакова знает. Как синхронно, блядь, выступает команда «Зенит», празднует гол. Сука, вам в плавании надо в синхронное. Обратите внимание на качество газона в этой игре 2016 газона. Просто 2016 года, просто сраный... Ну, мы видим, что гол... Просто сраный ковер. Мы видим, что гол, блядь, Киржакова празднует всем городом на трибуне просто. Сняли проклятие. Давайте еще раз посмотрим на эту величайшую разыгровку. Счастливое копыто Акселя Вицеля дало грамотный пас. Тут тупорылые боты из Барселоны нихера ничего не поняли. Ну и Саня каким-то чудом попал. Ну это вообще, может он, блядь, пластическую операцию по выпрямлению ног сделал, я не знаю. Так, ну вот теперь ничья, теперь Зенит, сука, духом воспрянет, ёпты, ну давай. Неймар, нет. Блять. Оп, кое-как, давай нахер, выбивай, выноси. Там, по-моему, кто-то, блядь, нехуёвым карате мне ноги перебил, там, Киржакова, нет? Судья. Мудья. Ой, двойной подкат. Они сейчас только что, блядь, как в порнухе две лесбиянки, блядь, ножничками встретились.
отбив друг другу яички. И обратите внимание, на какой замечательный у нас вратарь. Обратите внимание, что это лучший вратарь чемпионата. Я предлагаю его поставить в сборную. Желательно сборную Гонолулу, блядь, какой-нибудь. Это ж просто, ебать, позор с российского футбола. Ну, посмотрите на этого. Вот-вот-вот, порнография, да, там поздоровались, пожали друг другу хуи, как говорится, блядь. И тут вратарь вступает в игру. Ой! Сука, сколько тебе денег дали, продажная шлюха? Смотрим, смотрим, удар! Мяч пролетел, и тут вратарь начинает падать. И там на футболке футболиста было написано не то. Да, с этим ебаным вратарем точно что-то не то. Выбор стороны. Пора и уйти в Барселону, я считаю. Защита стандартная. Отпраздновать гол. Какие нахер отпраздновать гол? Да, нихуя не понимаю, как вратаря поменять. Надеюсь, что его собьет машина после матча. Вот же ублюдок. Что там, Барселона охерела, что ли? Они что там, отдохнули в раздевалке? Навесик нахрен. Че тут, блядь, по полю-то катать? Хоть в игре Зенит меткий пас отдает, да. Че, кто? Блядь, да ёпты. Вы будете мяч-то у них отнимать-то, ёпты, мать. У Рахитыча-то мяч не отнять вообще, блин, позор был бы. И вот Халк, сука, надежда, блядь. Хуйца, блядь. Еблысь! Отличный удар! Похоже, кстати, нарисовали. Хоть одно знакомое лицо. Да, ну Халк, конечно, он чисто по управлению сразу видно, что он там 86, а не 74, который был на его месте. Ух, блядь, Халк злится, Халк бить! Их. Сука, он чё, блядь, бодибилдер какой-то? Чё он такой здоровый-то, блядь? Мне кажется, он не в тот спорт пошел. Спорт. Какой-то Ломбардс, блядь. Ай, бля, ай, блин. Вот раньше, конечно, был футбол, там футбол. Ни одной, сука, иностранной фамилии в Зените не было там. Всякие там Панов, Горшков, блядь. Не знаю, кто еще там кто-нибудь. А сейчас, конечно, вообще, блядь, я ебу. Только Шатов, да вон этот. Ну, Киржаков хер его знает. Может, он израильский легионер, непонятно. Да какие баса... Да ебить ты, блядь, по конем. Ты что делаешь-то? Дегроды, блядь, ебаные, сука, ёб твою мать. Как вы в команду-то собрались? Последите за ногами футболистов, что они исполняют просто. Мнутся, топчутся, блядь, хуй поймешь, что делают. Финты вообще, блядь, непонятно. Что это такое? Стрелочка какая-то. Да, ёпта, пошел нахуй. Пас Киржакову, он сегодня один забил, может, блядь, два... Нет, чуда больше не будет. Думали, пристрелялся, а нет. Что-то я подхрип немножко уже от комментирования этого. Опа, опа, Халк, сука, руками отпихнул, правда. Да ебать, пизди их всех нахуй, ты ж здоровый. Ебаш, блядь, сука, я ломай. Опа, какой прыжок. Продемонстрировал нам барселонец под номером 7. Ой, да ладно, вот в прошлый раз, по-моему, покруче было нарушение. Непонятно, я что-то сейчас показал наш вот этот вот Жагиварсия, блядь, это что такое Жагиварсия? Грузина, походу, в Зенит какого-то купили, Жагиварсию. Сосо Жагиварсия, блядь, споет вам после матча. Где же ты, моя Сулико? О! Люся Суарес обломалась. Давай, давай, Киржаков, блядь! Да ёб же ж ты нахуй, чё ж ты не бегаешь-то, уродец? Видимо, Саша уже заебался. Он побегал минут 20, все. Миллионеры много не должны напрягаться. Отличный, отличный, отличный перехват, случайный. Вот этому в розовых давай, он тоже сегодня гол забил. Но вот этот кто... О, блядь.
надо штрафной надо за это заслужить. Халк со штрафных нормально лупит. Косо, но нормально, мощно. Может, блядь, болельщика какого-нибудь из их команды грохнет там на трибуне мячиком. Блять, ну посмотрите, они просто, я не знаю, ноги бегут вперед, а они движутся назад, блять, что за хуйня вообще? По-моему, футбол уродищный, вот реально уродищно сделан. Сука, меня их не защитники уже задолбали держать. Он так на него бежал, как будто сейчас нападет, и нихера не сделал. Халк постеснялся, блять, подкат мочкануть. Надо будет посмотреть, что там в Лиге Чемпионов наша команда, хоть одна из группы-то хоть выходит. Охуеннейший удар, блядь, Киржаков в своем репертуаре. Молодец, ебать, копать. Вся команда за мячик билась, чтобы ты его просрал. Молодец, Саша Промах знает дело. О, Халк, блядь, ёб твою мать, судья продажная, какая в жопу, а, ну да. Понял, базара нету, ладно. Давай, блядь. Ну ты еблан, господи. Ну кто же еще мог так ударить, блядь? Конечно, он, ленинградский почтальон. Пора. Кто передачу обосрал? Папара-папа-па-па-па-па-па-па-па. Кто по мячу не попал? Папара-папа-па-па-па-па-па-па. Мы ждем состариться, когда он на поле выйдет, как всегда. Са, папара, папа, папа, ша, папара, папа. Сука. Да ёб твою ж мать, да перехвати ты у него мяч. Господи, отличная остановка, твою мать, как ты это сделал? Хави Гарсия, давай, Халк показывает. Сюда, сюда пни, но русские долбоёбы не понимают таких, блядь, точных жестов, блядь. И мяч летит хер знает куда. Почему-то у ворот противника написано «Зенит-Зенит» с двух сторон. Это что нахрен за новое правило? Я ж какой-то африканский стадион взял. Или это и есть вот эта вот зенитовская легендарная поляна. Блять, сходу бить мы не умеем. Халк бьет. Ну, хоть почки кому-то отбил. Пошел в жопу, Рахит. Нет, блядь, бодай его нахер, нарушай правила, воруй, убивай Регги, нет. Луис Суарес, блядь, где подкаты это, ребята, где подкаты? Вот они, подкаты. Херак, бросок дзюдо, ёптать, Путин квартиру подарит. Мочканул за всю Россию этого лоха. Пас, блядь, не успел. Ну, чё у Саши за замахи такие матросские по мячу? Быстро там можно что-нибудь там на короточечке-то? Чпок-чпок, блядь, пас, чпок, удар там. Отлично. Больше нет веры Киржакову команды. Пасы летят Халку. Правильный выбор. 50 миллионов долларов бегает. 50 миллионов долларов негра. Больше только, сука, этот заработал. Как его? Флойд Мейвезер, блин. Отличный, блядь, удар. Как ты это сделал, твою мать? Это не Киржаков. Это не Киржаков. Быть не может. А это эти. Дэнни, блядь. Дэнни. Мигель даже, по-моему, зовут, да. Вратарь Барселоны припустил, видать, между булок и разгоняет свое вонючее облако. Не знаю, что он машет руками. Посмотрим еще раз на этот шедевр. Господи, какой проход. Какой дерьмовый пас. Кто-то яйцами там отрикошетил даже. А, ну да, не пробил. Смолов. Смотрите, какой... Хотел, наверное, поворотом въебать, а в итоге пас получился. Ну, сразу понятно. Там лицо такое страдальческое было у вратаря, когда он упал.
3-3 с Барселоной, Зенит трет. Обалдеть можно. Я помню, Барселону как-то Рубин выиграл, я не знаю. Там, наверное, сука, Барселоне расстрелом пригрозили, просто чтобы Рубин их смог обыграть. Рубин вообще, что такое Рубин? Это телевизор, ёптать, как они могли обыграть Барселону? Или Барселона к ним, наверное, 18-м составом приехала, блядь. Не ожидала сопротивления. Ну как ты, блядь, Саша, мяч не отбираешь, а? Надеюсь, тут все в курсе, что я просто угораю. Я на самом деле знаю все составы, хотя бы примерно процентов на 70. Блядь, ну бей же, сука, кто-нибудь! Твари! Твари! Чё такое-то, блядь, херел что ли? Какой-то лох опять залез. Сука, в футбол. В офсайд. Надо было все-таки оставить Соломона Рондона в атаке, он же денег стоит. Кстати, его из Рубина, по-моему, и купили. Нет. Раз, коли уж Рубин был упомянут, наверное, Рондон знает единственный, как играть против Барселоны. Хотя его тогда там не было, по-моему, даже не пахло тогда им. Блять, ну тут в этом футболе, по-моему, по-идиотски перепутаны навес и кнопки навеса и удара, я так понимаю. Либо я что-то забыл, но я что-то лажаю. Ну осталось-то, ёптать, ребята, 16 игровых минут. Это минут 5, ёптать, играть. Ну, давай, давай. Турбину в жопу и погнал. Закись гороха, давай. Не зря ж, блядь, хлебушек-то кушаем, а. Ой, блядь, какой удар. Ну, блядь, Киржаков. Какой дерьмовый удар. Это был самый стрёмный гол, какой я видел в своей жизни. Но все-таки гол. Смотрите, Киржаков даже не может, блядь, я даже не знаю, что они за ним бегают, что происходит? Вы можете его завалить там как-нибудь на траву. Какая жопа у Киржакова здесь толстая, смотрите. А, Киржаков пластику сделал, помолодел лет на 20. Да, колхозный отбор Вицеля. Да, Pro Evolution Soccer, мощная игра, базара нет, прям мощнейшая. Физика, блядь, CryEngine нахрен. CryEngine последний, стопроцентный. Волосы NVIDIA Hairworks, блядь. 8 миллионов полигонов на поле. Текстурки просто от бога. Ну, еще и внешней стороной стопы ударил. Ты че, вообще? Сашу до сих пор не научили, как надо мячик пинать, наверное, ё-моё. Это многое объясняет. О, они что-то Санкт-Петербург сказали. Что-то я не понял. Барселона разозлилась. Ощутимо жестче заиграла Барселона. Да пошел ты нахуй, Луис Суарес, блядь, читер сраный, блядь, быть такого не может. И мячик украл еще, блядь, вот сука. Домой мяч понес, ловите его, прострелите ему жопу на выходе из стадиона. Вот латинос грязный, а. Ну как это так? Да, вратарь, конечно, самое слабое звено у нас, просто вообще. Колода, блядь. Отлично, блядь, вообще. Даже, сука, близко, даже на километр близко к мячу не был вратарь. Да. Месси поучаствовал в замесе, понятно. Понятно, молодец. Снова, сука, Зениту отыгрывать. А Зениту тяжело отыгрывать, хочу заметить. Сейчас, может, тоже какой-нибудь шальной гол забью, а? Блять, втроем у Киржакова мяч отбирать. Позор, Барселона, фу. Подождали бы, он сам его потерял бы. Пошел нахер. Вот, отлично, по копытам. Я думаю, что это был стопроцентный штрафной, но судьи, видимо, дали немножко газпромовских акций. Оп. Да и нахуй мяч не нужен, да? Так чисто под ножку, блядь, и делать, что хотите. Сука, сломай ему копыта, бейся за Зенит, блядь. Да ты пас должен был отдать, ёбаный ты, сука, недоумище. Навесить хотел на Халка, думал, сейчас он замкнет. Халка замкнет. Отлично выбил, просто как Господь. Тут кто-то своей бестолковой головой сыграл. Отлично, блядь. Давайте, забивайте нам, забивайте. Забивайте, конечно. Конечно, блядь, ведь на воротах стоит, блядь.
блядь, Петр Дыркин, нахуй, из команды, блядь, Воронежское решето просто. Я его маму делал. Знаю, блядь, что говорю. Тот еще еблан. Да, Дыркин, ну ты урод, блядь. Да, счет в матче просто баскетбольный, сука, 4-5. Судьи говорят, что это ни хера не сюрприз, что Барселона побеждает. Да, ну ни для кого не сюрприз, в том числе и в этой долбанной игре. Да ты чё? Вот это нормально, ёпты, подсекли просто. Просто Саб-Зиро подъехал, блядь, в подкате. Давай этого тоже. Опа, ножнички. Чё такое-то? Чё такое-то? Ты чё, охренел? Ты кому карточку свою тычешь? Опять они за глаз держатся, блядь. Ты чё, Кутузов, что ли? Тебе глаз выбили? Чё ты за глаз-то хватаешься? Ой, вообще не задел. Вот, да. Ну, физика такая вообще, конечно, на уровне, блядь, я не знаю, на уровне Плинтуса в этой игре. Ну, просто вы увидели, да, сейчас, как он ногой еле-еле дотянулся, тот тому прям как будто так переебали, что он там чуть сознание не потерял, да. Pro Evolution Soccer покупать не рекомендую. Ебать, ебать, такое говно. Но это гол должен быть. Давай, Халкуля, блядь, кривой, нога, да что ж такое-то? Ты должен был так херакнуть, чтобы вратарь с мячом в ворота улетел, блин. С переломом всех рук, нахуй. Всех двух. У тебя ноги, смотри, какие шоколадные батончики Сникерса просто. Две палочки Твикс такие здоровые, раздутые, просроченные, блин. Все равно не забил, блин. Вот муфлон. Да, ну, конечно, угловой здесь просто конченый. Продавать его здесь одно, блядь, удовольствие. Ох, как кому-то по жопе сейчас прижгло мячиком-то кожаным. Ах, у кого-то сейчас на булочке слово «Адидас» отпечаталось, наверное, эти три палочки ихние. Отличный вялый пас, блядь. Вялый, как твоя эрекция, наверное, ублюдок. Ой, перехват. Ой, Киржаков! Киржаков, это твой шанс, Саня! Мы все простим! Бей, мудак! Да, распять его на Воробьевых. Или что там? На какой-нибудь горе, короче. Заебатый навес от Халка. Халк злится. Халк превращается. Он даже немножко позеленел, по-моему, не? Сила в единстве написано там на растяжке. Да, сила в единстве. Сила в неграх, блядь. Уж Зенит-то должен знать, как никто. В единстве, блядь, я су. Вот вы, блядь, юмористы. Пошел нахрен, отлично. Вицель, блядь, как в кирзачах просто играет. Что случилось-то? Опять физика от бога. Смотрите, касания не было, да, а он упал, подлетел. Единственное, что тут правдоподобно, это ноздри Месси, блядь, в кадрах. Прям такие реальные. Да, финты как-то хер поймешь, на какую кнопку делаются. Да, FIFA, конечно, вообще лучше, блядь, в 200 раз. Я не понимаю, почему этот Pro Evolution Soccer до сих пор не разорен, не закрылся. Ты чё, мудак-то, у кого мяч отобрал? Да валите их нахуй, какая разница, мы вылетаем из чемпионата, блядь, можем красных нахватать. Киржакову пас, блядь. Заебись. Да. Коржиков-то, наверное, не Киржаков. Сколько там еще времени на юродивых-то смотреть? Блять, последняя минута матча. Они задолбали плакать уже. Блять, только не Киржаков, пошел он в жопу. Халк, блядь. Еблан. Да.
50 миллионов глупостей. Сейчас только что попыталась гол забить, блядь. Нихуя ничего не смогла. Отлично, понятно. Сказать, что я расстроен, ничего не сказать. Зато в наши, блядь, ворота любая хуйня залетает. Просто я не знаю. Если, блядь, порывом ветра мяч подхватит, воротчик и это пропустит. Я его мамку, блядь, делал. Идиот, блядь. Сука, это просто жопа. Я не знаю, сколько у него там рейтинг-то у этого вратаря, который... Блядь. Да, Барселона. Гордиться нечем. Это просто халява была полная. Да, отлично вообще. Ну давайте посмотрим, какой шедевр. Просто пиздец. У него над ухом мяч пролетел. Это не Акинфеев? Бля, мне больно смотреть на это. Короче, нахрен все. Матч закончен. Массовая драка фанатов сейчас произойдет. Надеюсь, блядь, это в видео не попадет. Вот, значит, игра, короче, по-моему, этот футбол говно. Я не эксперт, но я помню, играл в FIFA 13, она и то лучше, чем эта херня. Несмотря на то, что это, блин, Pro Evolution Soccer 16 года, все равно графики нету, физики нету, ничего нету, блядь, все как-то убогое. Вот, короче. Так что на этом все, не покупайте эту хренотень, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, и адьос.